50 лет успешной работы. В этом году свой юбилей отмечает физико-математический факультет БКПУ имени Мифтахиддина Акмулы. За это время он выпустил более 6 тысяч специалистов. Каждый выпускник факультета является востребованным работником. Они трудятся не только в сфере образования, но и в различных сферах. Это и руководители образовательных учреждений, это замминистры, это, конечно же, педагоги дополнительного образования, ну и те, кто трудится в промышленности, экономике и даже военной. Поэтому я считаю, что плодотворная работа физико-математического факультета дает свои плоды. Ведь математика, она не только ум в порядок приводит, она и жизнь в порядок приводит. Поэтому я рад, что у нас есть такие выпускники. В зале и будущие выпускники, и ветераны. За время своей работы они успели передать опыт будущим поколениям. Почти 90% преподавательского состава физико-математического факультета когда-то учились здесь же. То, что это пединститут, раньше это свое имя, название оправдывало. Действительно, мы готовили учителей. Учителей для школ, да? И не только для школ, некоторые даже дальше шли в вузы. Практически здесь наука превалирует теперь над практикой педагогической. И поэтому я же говорю, лучше бы назвать сейчас не просто педуниверситет, а научно-педагогический университет. Сами студенты признаются, что если бы не вуз, успехов они бы не достигли. Задача поставлена, и реализовать их поможет любимый факультет. Я бы хотел достичь очень больших высот. Именно физико-математический факультет может помочь мне достичь научных открытий, которые в дальнейшем смогут перевернуть все. Я считаю, что я поступил сюда не просто так, и изначально я ставил для себя такие цели. Это было легко, меня здесь хорошо приняли, и мне здесь очень нравится. В честь юбилея студенты подготовили интересную программу. Концерт был наполнен настоящими сюрпризами и открытиями, позволял удивляться и ностальгировать, радоваться и гордиться факультетом. У физмата есть очень серьезные достижения, за что мы все гордимся. Я очень благодарен студентам физико-математического факультета первого набора. Это были особые люди, многие из них сейчас уже на пенсии, как говорят, заслуженный отдых, наверное, отрабатывают, но многие еще в строю. И очень многие выпускники нашего физмата украсили не только университет, но украсили и республику. Деканы факультетов, институтов и колледжей пожелали юбиляру больших достижений и побед, а главное – добросовестных выпускников, которые в будущем прославят вуз.